А что, если Пугна плюс Леон? А ну давай пососем его немножко. Вот так. Давай, подсос. Сакшен. Сакшен. Оп, еще хочу. Еще сакшен. Оп. Все, подходи, хекс даешь. Да, кайф. Найс хекс. Ну все равно. Найс хекс. Сакшен. Оп. Блин, как мы... Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если Пугна плюс Леон? Будет ли жесткая сосальня? И сегодня эту сосальню мне помогать будет делать Антонио. Да, здрасте. Вот и Антонио подъехал у нас, и сегодня мы будем засасывать всех врагов, будем оставлять их без хп, без маны. Ну и скорее всего, по ходу игрового процесса мы добавим туда немножко испепелительных догонов. Антон, как думаешь, с догонами у нас зайдет, да, наверное? Ну да, у нас, скажем, по-моему, с догонами все время прокатывает, не знаю почему. И путочку, вот. Путочку добавим догонов, самую маленькую. Чисто как чуть-чуть, это? Как специи вот так. Как тот повар. Вот я только который... что это, кстати, показал. Ты вот мысли читаешь. Хорошо, в общем, ребят, как вы поняли, сегодня Антонио у нас будет помогать создавать контент. Это у нас уже какое, по-моему, 34-е там видео или 3-е, не знаю, подряд, но не суть. Такие парные видосы мы, естественно, пишем в пабе. В пабе самое офигенно тем, что идут эмоции от enemy именно настоящие, натуральные. Нет никакого такого, что «О, хен, я тебе там смотрю, и хен, давай там, хорошо». То есть вот такого не будет здесь. Здесь будет самая настоящая эмоция, как была, там, помню, видосик был на кентавре, тип писал: «Если бы я не был бухой, вам бы была бы тут жопа», говорит. Смешное видео, короче, не суть. Короче, сегодня будем испепелять Леон плюс Пугна. Ребятки, перед просмотром видоса, конечно же, рекомендую поставить лайк, подписаться на YouTube-канал, подписаться на ТГ и залетать на стримы 19 по МСК. Все простенько, ребятки. Ну и пожелаю приятного просмотра. Антонио, я надеюсь, ты заряжен, да? У нас полностью сегодня заряд фуловый и... Конечно, заряжен. Я ж на Леоне, у меня фулл мана. Все, фулл мана есть, фулл хпшечка имеется, и мы сейчас начнем уничтожать врагов просто неистовой силой. Я мить. Все, мид забиваем и идем. У нас сегодня центральный коридор. Ну, сосать я умею, между прочим, на Пугне. Это как ни крути. О! Ничего себе. Вот так вот человечек залагал. Смотри, какой. Ладно, дай. Не дам. Ладно, дай. Ну, короче, дай. Короче, ребят, если парень залагал, мы сейчас резенько делаем ре и стартуем. Будет забавно, если там звук Билли Хэрингтона вставишь, когда я буду фингер юзать, там... О! Или фингер какой-нибудь. Звук его. Стик фингер. Так, ну что, ребята, у нас произошел ре все-таки такой невзначай. Вот такой вот у нас пул героев против. Ну, естественно, за героя тоже поменялись, игроки поменялись. Ну и сейчас пойдем душить все на заряде, на фане. И я надеюсь, эта катка получится реально интересной, фановой. Погнали колотить. Я пойду в центральный коридор, Антонио пойдет не знаю куда. Лес, наверное, щиточек, топорик там, да? Как обычно. Я лес. Лес, учите меня. Причем, знаешь, вот тут вот так вот грамотно вырубил, да? И вот тут вот веточки вырубил, и стоишь с хайграунда долбишь. Гениально. Курион 2.0. Я помню раньше, кстати, в старых версиях. По-моему, 83-й это еще актуально. Вот здесь вот в серединке загрызаешь. И становишься так, что у тебя получается справа и слева крипы ресаются постоянно, и можно так подфармливать бесконечно. Правда, крипы могут так настакаться, что вам потом лицо сломают. Но это уже совсем другая история. Я мид. Сускар. Ксускар. Я. Ксусник, ксусник. Там этот шаман пошел вардик ставить. Но я его забаню сейчас. Шаман, бан. Барди, абе. Ух ты, смотри, какое. Что не поставил? Ну, смотри, какое. Два у него там, да? Ух ты. Один. Ух ты. О, меня поймал. О, я такой, мне кажется, я тут бычить не буду. Мне сейчас тут, скорее всего, пуш слом... Он с хуком, походу. Пуш с хуком.
Ты еще живой? Ой-ой-ой, какой рэвэдж он дал. О, рэвэдж. Рэмпэдж. У него хук, я знал, что у него хук. Отвечаю такой. Рак-отшельник. Да я тебе напихаю. Так и не напихал ему, блин. Одна тычка, прикинь, осталась. Вот ракушка. Но у меня МС высокий. Прикинь. Фарм давай. Спасибо. Так, ну, первый блин, немножко комой, да? Блинским. Комой. Так, ну пуш тут, в принципе, в меду ничего первый... не нафармит. Да, первый блин, камон. Камон. Опа, чувак. Понял. Что? Промах. Да это дефолт. Не, вот не поверишь, это просто стандарт. В принципе, все, кто смотрит мои видосы, они стопроцентно скажут, что это дефолт. Просто дефолтный. Ну, просто дефолтный момент от Хинозеса. То есть тут... Я не знаю, тут даже, в принципе, такому моменту удивляться, и мне кажется, нужно быть каким-то сверхразумом. Типа, знаешь, такой, а, промах вылетел. Стандарт, в принципе, я не парюсь. Это скилл. Это вот скилл, это. Да. Ты на пудже скилл там зарешал просто. Так что, ребят, это нормально. Хотя бы за этот моментик попрошу лайк уже, хорошо. Кому не сложно, ребят, для продвижения видоса. Спасибо. Так, пока фармим. Пуш ушел, если что. Обещал вернуться. Обещал вернуться. О, пришел. Ты гуру купил? Да, я себе купил. Я в соло гуру себе беру себе. Я ее офнул. Офни тоже ее. И еще оф не знаешь что? Правильно. Ага. Без ладно. Лишних слов. Без лишних слов, пожалуйста. Без не лишних слов. Без лишних. Спасибо. Так, ну такой пуш, опасный человечек. Блин, жалко, я столько расходника прогулял. Ну ладно. Оп, инвизабилити. Пуш, конечно, такой. Страдалец, старелец, старец. В принципе, нормальная ситуация. Так, пуш. Ой-ой-ой. Вай, тебе... Щебетал бы всю жизнь. Щебетал бы, смотри, там сетки держит. Смотри, он еще и блочит. Нифига там на Нерубе гений, да? Играет. Да, получается так. Слушай, Серега, ну, 15 все-таки. Ну, слушай, я предлагаю небольшой такой челлендж на эту катку. Минимум 5 раз прям его закомбинить хорошенько с тобой. То есть, если он там такой сверхгений, сверхразум, да, возможно, еще какой-нибудь зафоловившийся подписчик, я думаю, мне кажется, стоит его немножко... Опустить. Да, попущено надо сделать его. Попущенный надо сделать из него попущенного. Как думаешь? Мне кажется, это адекватное решение будет в решении данной ситуации. У меня пуш тоже такой, активный. Не пассивный какой-то. Он сейчас попытался убить меня почти. Если бы не зассал, может быть и убил бы. Может быть и убил бы, но не факт. Все-таки это... Угна на меду. Shall be revealed, вот это говорит он. Shall be revealed. Ты давай, не быкуй. Нас ушел, Неруб. Неруб ушел, хорошо, но на рун, наверное. Хорошо, ЦЦ, да? Муха ЦЦ. Мне сапог нужен. Возьмем ману, мангус. Там, надеюсь, никакой не инвиз. Хорошо, в принципе. Опа. Что нужно для чувства? What needs for feeling? Если бы я переводил. Ой, жесть. Я вообще, я гениальный переводчик в голове у меня. Там этот пуш отошел куда-то. Кстати, они свапнулись. Тут Слардар. Слардар свапнулся? Да. Ну ты там сильно не фиди. Иди. Да вот не могу удержаться. Прям очень хочется, да? Да. Ты как пуш сейчас сделал. Пуш так делает. Вот так как. Только у тебя немного другая тональность получилась. Понял? Или гуля. Вообще-то это Урса. Ай-яй-яй. Так, ну у меня, в принципе, пока ровно. Пуш тут не стоит. Не пуш стоит, на... да? Нет, пуш не стоит на миду. Он так ходит влево-вправо, не знает, что со мной делать, потому что я стою спокойно дынаю и с помощью палки оставляю его без хп. Блин. Я фид. Нифига ты там просто фид-машина. Свапнись просто. Там внизу вообще веселуха. Он к нам пришел.
Лучше, а ему на меду делать нечего вообще. Он не стоит здесь, ты же говорю. Он не знает, что тут делать. Я сейчас ТП-шку куплю, буду помогать, если что. Я пока апаюсь. Вазелинов убивает какой-то. Вазелинов один. Мука. Мука. Мука сейчас напишет. Пуч, СС где? Мука. Мука. А он пекарь, что ли? Ты пекарь? Мука. Мука. Солб, мука. Ой-ой, солб. Мука. Ой, жесть. Что-то, если честно, не знаю почему, мне порой не хочется вообще видосы писать, вот как сейчас. Вот пишем мне вообще максимальное расслабление, человые видосы, отвечаю просто на фане, на рофле. Нежели чем сидишь, пыхтишь, когда зовешь подписчиков просто. Максимальное осуждение. Максимальное принуждение. Происходит. Так, ну смотри, актив руна внизу, пуш мисс. Блин, это крутая комбинация на самом деле, society, минералити. Слушай, там что, суета у вас, да? Но я боюсь, там пуш сейчас выйдет с кустов, ребят. Я ТП не даю, пока не увижу его. О, вот он вышел. Слушай, ну не надо. А у нас Мортред с ботлом? Ууу, нифига себе, суициднулся. Мортредка с ботлом? Слушай, ну это сверхразум. Оказывается, у Пуджа был инвиз. Оказывается. Хорош. Чики-бомбони, да, получается там? Чики-бум, чики-бум. Найс. Чики-бум, чики-бум. Чисто вот это из Эйс Вентура, по-моему, да? Да. А что за даблкиллы? Ух ты, как засадил! Ну это... Блин, вообще такой... Ну я не успел отстрейфить. Микро-микро прям вообще. Ну ладно. Лакует у меня путь второй раз, и причем мне почему-то не лакуется нифига. Вообще жесть, конечно. Вот тут на скиле переиграно. Было за крипов. Прячешься и убиваешь. Если что. Но сейчас вообще жесть. Ну путь такой, блин. Засранец. Ладно. Надо наказать. Не, накажем по-любому. Ну тут просто меня подбешивает, что то промах вылетит, то суицид, как бы. Ну это такое себе. Два раза он мог сдохнуть. Ну ладно. Нет, так нет. Я не буду протестовать против этих моментов. Суждено нафидить, нафить. Окей. Как бы тут... Давай ТП-шься. Нет. Не осуждено, в принципе. Не, ну ты понял. Короче. Неосуждаемый момент просто. Асу. Так, пуш ушел наверх гангать. Не, но пуш будет очень активный. Киллинг спри. Но это пугна мидир слил мид. Вот дота это вообще такая игра, где очень много зависит еще и от везения. На самом деле, вот просто... Какой-то моментик. Да, я иду вниз. Давай тогда под торт задайфим. Да, контроль можно. Есть. Контрол. Я палочку ткну. Поехали. Вот этот подставляется, товарищ. Давай. Пылесос произошел. Рудге. Да, можно сломать тут, я думаю. Там Слардар еще в кустах стоит. Варетку тебе кину. Да, спасибо. Спасибо. Что ты там стоишь, чел? Не надо, дядя. Дай маны лучше. Не достаю. Нормально. Это чисто так, на манасос. Мы сейчас тут можем второй тавр побить очень хорошо. Смотри, сколько крипиев. Просто можно ломать спокойно и все. У нас тем более базилка есть. Кстати, там жукан может шестой левел уметь. Оп, вот так сделал. Привач. Хочу здесь сосать. О, сосем, нормально. Ух ты, смотри, какой. Так, ну Неруга я не вижу пока. Пингер есть. Открылся. Если что, да, ману там подскажешь, как что по мане. Скажешь, куда я этот, я запихну. Если что. Кстати, Диорб сейчас приходит сюда легко, кого-то из нас забирает. Да, такой герой. Нет смысла что-либо говорить лишнего. А я вот так сделаю, как Крис.
Жадор Диор. Знаешь такое? Ай-яй-яй, шутки-минутки. Я тебя могу, в принципе, зафулить. Если хочешь. Аркадий, ты! Нет. Нет, Аркадий, ты. Нет, ты. Это оскорбительное что-то. Что-то меня зачем оскорбляют? Не руб на топе. Так, я, наверное, я раскачал Decreepify, короче, в 3. Дальше палку возьму. Decreepify 3 хватит нам. Палки в 2 хотя бы. 11 левел ульту, соответственно. Хорошо. Я Point Booster возьму. Ча, подойду, пососем его немного. Хорошо. Я в Аганим буду выходить. С дефолт на Аганим сделаю, а потом все остальное. Там без меня пока. Там Мартредка что-то страдает на самом деле. Оп, изи хук. Тамир, Тамир получается. Ты один остался. А я в курсе вижу. Я подойду. У меня есть еще сентри. Ну, пуч не есть знаю. Есть фингер. Но мне кажется, не сольем. 1200 хп пуч. Ну, не пуч, а может, на другой подойдет. Ну, вот, типа, например, вот по товарищ. Бардам, Леона. Давай, я кину ему декрип. Ультуй. Все. Блин, жалко не тебе, конечно. Ой, с Лордариха. Да, но... Ну, слушай, еще... мне нужна помощь. А же есть. Отстань от меня. По двоим? Ой, да. Хорош, хорош, соляра просто. Сильно не дайвим, там пуч еще. Или ты дальше идешь? О, хорош, откатили. У меня есть сейчас, сейчас будет первое. Давай. Он бегает сюда. Да опять-то, как так-то? Ну это скилл. Жесть. Лакует вообще жесть. Слушай, там столько дэмэджа под декрипифаем. Плюс мой первый, жесть, он живучий. Опять суицид. Ну, лакует, лакует люто в этой катке. Уже третий раз. Ну ладно. А там Серега Вендетту юзал, не знаешь? Серега? Серега, ааа! Я понял, я не в курсе. Он с Вендетты, по-моему, бэкстебнул под тавром, но у него уже по-любому откатилось, поэтому... Нет смысла что-то тут придумывать. Я такой... Пойду, короче, слышишь, на другую сторону. Я дефну, подфармлю. Дефнуть плюс подфармить. У меня тут 400 золота, я возьму Аганим. И нормально будет. Хорошо. Пойдет? Ну я в другой части карты. Сетка. Сетки шамана. Чисто и все. Цвиркнул немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я, наверное, зря, да, в другой части карты. 150. Хорошо. Выжил. Нифига ты там вообще пробежался. Тут тебя... Я увидел, у тебя там в лоу хп это было, типа, ну. Это вот это. Как тебя там вообще никто, что ли, не тронул? У Пуджа рот в моем хиксе не дамажит, поэтому. А, ты выбежал. Понял. Так, ну все, я готов. Ты на базу, и ТП-шка есть, да, если что? Можно будет сосать. Если честно, ну типа, тут никакой комбинации, ребята, если вы думали, что какой-то умысел есть в этом сосании, никакой комбинации здесь абсолютно нету. И типа, он просто сосет ману, я сосу хп, все. Как бы просто красота, да? Ну, эстетика, не более. И в чем смысл данной комбинации? Ну, в принципе, только смысл это второй спелл плюс мой... Мой второй спелл плюс его ультимейт только. Это единственная, наверное, комбинация, которая здесь... присутствует. Че, я, мне кажется, рекомендовал бы вот сюда, если мы тут деремся, обсерв, центрик. Они сейчас, они, мне кажется, не будут дефить. Ну, фиг его. Ну, давай посмотрим, пойдем, вот тут центри стоит. Пуловый причем. Сейчас пойдут, пойдут, не пойдут, не пойдут, пофиг. Пусть. Но мне кажется, ты там очень опасно стоишь, если на рук вылазит и сразу рип. Я бы такой под центричок бы стянулся. Хотя, сори, да, они не дефают. Тут омник зацепил. Омник, о, а вот и клиент. Вот, камон. Не успел. А чё, астрал, дай да. О, сосу. Вот так сосать еще могу. Там Хускара, кстати, можно будет сейвить. Ох ты, станет он меня. Да что ты от меня хочешь, иди нафиг.
Ее там вард этот хреначит, она сосет дальше. Да блин. Вот так можно? Спасибо. Пудж идет, пудж. Хочу пуджа. Хочу пуджа. Дай. Трубочку. Пуньк. Опять суицид. Ой, как хорошо. Это было вкусно. Хорошо. Песня это такая, было. Да. Хочу пуджа. Да. Есть ТП на низ? А, нет. А, нет. Только завязал. Очень жалби. Но по-любому на речке сейчас лордариха будет. По речке пойдет. Так, ну догоны будем же делать, да, или нет? Блин, ну догоны must have. Ну-ка, получится ли у меня? Смотри, лорда... А, меня видит. Ой-ой-ой, ну ты там, если что, уйдешь, я иду к тебе. Можно будет подработать сейчас. Щейная рука. Ой-ой-ой, ну ты, блин, не слушай. Не надо, дядя. Ну я тебе пососу чуть-чуть. Карапасик. Хорош. Давай я тебе... А, нет, не давай. Я могу тебя зафулить, в принципе. У меня no mana. Low mana. Я отрегенюсь. Давай вот этого немножко маны пососу. Ну, как немножко. Оу, щит это называется. Но я чем мог, тем помог. Отойдем. Ням-ням-ням-ням. Еще и майены дам тебе. Майены. И теперь сам пососу немножко. Хорошо. Еще хочу. Не напился. Вкусно. Мясо Андрючок есть. Неруба. Ну, Неруба пока в таверне, мне кажется. Слушай, он ну там вон обсерв стоит. Пойдем шамана жмыхнем. Смотри, что делает. Ох ты. А ну стой. Быдло. Быдло, черт. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну давай пососем его немножко. Вот так. Ой-ой-ой-ой, смотри, что делается. Ты посмотри, какие. Слушай, ну это конечное. Одно я до свидули. А я не до свидули. Души, души, давай, Марита, туши его. Смотри, Слардара Даггер появился, если что, это так слово. Ай, Мартретка вообще другой. Ну, мне кажется, отменил ТП ты зря, сейчас таверну улетишь. Я круг такой. Беги, беги. Ну, можешь попытаться Мартретки на блинк. Попробуй, подойди. Не, не успеет. А я сейчас сам убью еще. Да. Ну ладно, я даггер беру. Они бегают туда, то да, обратно. Да, 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 они просто нету, нету синергии. Они влево-вправо все бегают, да, и из-за этого проблемно. Мартретка вообще прыгнула с Лордара бить вот здесь, а не Неруба. Не знаю, вот это я не выкурил вообще. Так, у Слардара даггер. Угу. Ага. Ага. Так, ладно, понял. Блин, у нас там еще Омник. Проблемы будет. Так, ты в миду, да, Слардар? Слардар может не удержаться, прыгнуть на тебя. Да, перевоз будится. Немножко давай. Так. Шаман стоит. На руку, мне кажется. Будет грязь делать. Пуджи с худами. Жесть, конечно, пудж. Леварди будет, скорее всего. Да. Вард поставил. Хорош. Но сентри ткнешь, мне кажется, разобьем. Вот здесь летит, летит. Близ летит. Сентри стоит. Пока нет. Хорошо. Куре летит. Помешали задевардить оппонентикам. Пусть страдают. Нефиг расслабляться. Ишь, какие наглые. Так, ну у нас два керри и два очень странных керри, да. БС с ВГшечкой. Че, я, наверное, на раздамаг догон все равно буду делать. Да? Давай. Мне могу кажется. Смог после этой пачки прожать, прогуляться с тобой. Да, надо желательно. Надо двигаться. Надо двигаться. Мне кажется, вот сюда сейчас выезжать профитно будет. Блин, такая ситуация игровая сейчас. Они с даггерами, если даггера есть, они убивают спокойно. Руб на топе, можно в меду что-то убить. Пойдем вот сюда. Пройдемся. Хорошо. Вот здесь слева чекнем.
Блин, вот сюда. Никого нету. Обсерв есть? О, хорошо. Все, можем тут, в принципе, зачилить. Или пойти на Неруба, если успеешь захексить, мне кажется... Подожди, тут опс, он меня увидел. Ну все, смог, пропал. Ну, в миду может туда попробовать. Ну, мне кажется, не потянем в миду. Вот здесь вот Неруба можно подождать, он по-любому сюда пойдет сейчас. Если ты его захексишь, сразу ему я декрип и... Либо здесь, либо там. Давай здесь будем стоять, если что. Ага, по топу пошел он, все, отбой. Блин, он такой тоже на Нерубе чувачок. Неприятный очень. Неприятная личность. Так, ну я вот так вот сделаю. Ух ты. О, товарищ Леон, разрешите. Я мог тебе, конечно, дать кнопку. Нет. Меня попал случайно. Да, я видел. Там шаман бегает под рипелом. Все умирают. Вот так сделаю. Опять меня убили. Всех остальных. Так, 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 этого я тоже заберу. Куда ты собрался? Поезды всегда делаю на этого героя. Дэмэджа много с руки. Он такой пугнай, стрейф хороший, дэмэджа много. Не прокатил, омника немножко. Немножко не прокатило. В этот раз как-то не удалось. Да, чуть-чуть не удалось. Хорошо. Зафулил пацана. Что-то там на, да? Зафулил пацана. А дальше знаете. Да, дальше пацаны знают, осведомлены. Да, Б. Пойдем вот здесь что-нибудь, шамана подождем. Насосируем бедолагу. Бедолагу тут подождем. Только желательно по левой стороне, чтобы если Неруб в инвизи пойдет, моего. Встретили. Здесь девардили, по-любому шаман там побежит сейчас девардить. Вот идет. Угу. У него... Ой, Неруб еще. Неруб идет, да, идет, да, идет. Да, 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 еще я вот сюда поставлю. Давай. Я, если что, сразу... Блин, давай отойдем. Неруб по низу, да, да, Неруб по низу. Давай дадим. Хорош. Я даже догон не юзу. Там шаман еще вон стоит. Отойдем. Задевали, мы подвижим, мы подвижным, да, стоим сейчас. Угу. Отойдем лучше. Пойдет, нормально мы его так наказали, Серегу. Кура прилетела. И просто висит кура. Югура. Как правильно его имя прочитать? А? Стрюгвюр. Стрюгвюр. Вурк-стрюк, короче. Биф строганов. Опа, хорошо, Сентрик зашел. Ну блин, они так побаиваются тоже нас. Ну правда, опа, хукок. Хукок. Хукен. Хук-кок. Хук-кок. Beware of rocks. Хорошо. Душанули. Ну плотненькая такая игра на самом деле. Интересно даже играть. О, Нерубчик бежит, бежит. Поймаем? Да, можно, Сентрик есть. Он на меня бежит. Я вот так обойду. У меня есть, у меня есть. Давай. Это хитрый. Хитрый бобр. У него догон 2, он меня просто шотает нафиг. Репел, слардар. Опясно, очень опясно. Момник. 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 Ах ты, скотина, а. Ну я умер. Нашел тебя. Ах! Хильнет еще. Блин, ну я возьму гем, короче. Это он сейчас задрочит этот Неруб. Задрочит. Ладно, главная палка стоит, работаем. Опа, пуч нашел кого кусать. И шаманцы змеек подконтрил, прикинь. Что за звери? Ай-яй-яй. Но драка в 3, в 5 нормально, мне кажется, но все равно. Я гем сейчас куплю. Это не варик. Надо гем от него. Молодец, кстати, интересно пикнул тем, что... Очень хорошо. Очень хорошо, так сказать, заходит Неруб. Самый большой прирост интеллекта у Пугны идет. Сейчас в первой доте 4 интеллекта за левел. А у инвокера разве не 4 сейчас? Инвокера? По-моему, тоже 4. По-моему, да. Пугна, инвокер.
Да, у Уокера тоже 4, у него там под 140 урон на лейте. 25 левел. Так, ну что я могу сказать? Игра, в принципе, интересна, но мы с тобой почти не комбиним. Такая жизнь. That's life. Бро, that's life. Мартретка бьет в этот, Guardian Angel'а пытается пробить. Ладно, как, верить. Как глубоко она ошибается, да? Слушай, ну догоны тут, мне кажется, не такая катка, чтобы именно догонить, фаниться, да? Да, так получилось. У меня, например, вообще фарм почти нет, я только сейчас даггер купил. Да-да-да. Вай-вай-вай, ну я там не помощник тебе. Не в пятером играют. Пятером играют. Вот это возьму. Пуч жирный очень. Там сентрики ставят, походу. Ты там далеко? Но вот тут. Если он, отсеется подальше, нет, все, не отсеялся. Если он отсеялся бы, можно было бы порохать с него. Но я в мид выйду, он на руб миду, он один, по-моему. Да. Я иду тоже, за контролю. У меня есть сентри. У меня от гем. А, у тебя гем. Да. Все, погоди. Подходи, хекс даешь. Да, кайф. Найс хекс. Ну все равно. Найс хекс. Но все равно как бы все получилось, не парься. Нифига там мы ману можем тебе закачивать. Чисто закачено. Накачено. Как это все делается? Накачено. Чисто накачено. Нормальный рубчик такой, шокированный. Шокира, шокира. Пойдем по лесу пройдемся. Разбить хотел, замахнулся. Вот тут фармит кто-то. Должен... О, вот тут, значит. Где? Подожди, мне экспа, по-моему, удалось. Нет. Да, нет. No. У меня косоглазие сработало, значит. Ты же монетку нажал, да, сейчас такая. Вот так это. Отдай монету, а не то я растержусь. Так. Хорошо. Залартить бы. Давай попробуем. Но меня сейчас могут сразу высечь. Попробуем. Ну, просто. Я нормальный парень. Сентряк, ставь. Поехал. А, у тебя же гем. А, ну да. Нормально. Дополняем друг друга, видишь как. Чисто. Прыгнуть, ну, но у меня нет. А, все, все, прыгнули, проверяй. Прыгнули, проверяй. Мартретки диффуз бы. Он думает, варта стоит. Опа, да. Тут реально варт. Не, варт стоит, варт. Либо, ну тут сентрика нету, вот, наверное, вот тут варт. Я так думаю. Не, это от меня было, МХ. Я так задумал. Что отошел, да. Тут, скорее всего, оп стоит. Нужно девардить. Я могу попробовать в лоу-граунд туда встать, и это видно будет, по идее, варт. Ага, я вот так. Я просто свой поставлю, ага. Все, понял. Понял. Принял. Неруба, неруба надо, неруба. Опа, Маритта. Нерубчик ставь, и, дорогой. Ух ты, пуджа высосу немножко. Немножко чуть-чуть совсем. Тоже. Чуть-чуть. Много не надо. Чуть-чуть совсем. Блин, как же этот репел солид, на самом деле. Ну там змеи воткнули, мне кажется, вот туда надо идти. Да, смысл в змеи ломиться? Вообще нет смысла, туда. Просто всей толпой. Репозишн. Вот такой глубокий. Вард. И все. Опа. Oh, там репел. Там репел. Вот тут собью немного. Ой, не могу сбить. Затекся. Сосну. Хорошо, тоже. Погнали. Догона туда и сосальню. Двойную сосальню делали. Нерубы там. Я репел пройдет. Он далеко зашел. Да. Все еще не закончился. Вообще, блин, лист, но он замакшенный, походу, там. Я, наверное, вот тут вот так сделаю. Немножко. Подхилим тиммейта. Вардик в наглую. Вместе и... бы не стоять. Да. Сосно. Оба такие, оп, подсосали. Чуть-чуть. Блин, он кидает, короче, карапас. Ой, хорош, что там. Сладар сейчас прыгать будет. Репел. Ну, умрет, по идее, да? Нет? Хорошо. Закончился репел. Кому? Кому давать? Кому давать? Что давать? Что давать? Кому? Кого
кого? Чё? Да что там, хуки летят, вообще, что происходит? Чисто, хуки летят, что-то там, кто-то прыгает, кто-то дерется. Ну, мы подрались вообще очень сильно, кстати, сильная драка была. Очень долгая такая, многокнопочная и очень четенько дали им понять, где их место. В меру соленая и красиво уложено. Вот так вот, подсосом. Давай, подсос. Сакшен. Сакшен. Оп, еще хочу. Еще сакшен. Оп. Ой, боже. Чисто подсосали. Сакшен. Свое дело знаем. Немножко тебе... Тройничок такой, знаешь. Один другому, другой третьему. Да. Виспа не хватает, да? Окса, да. Ну я, кстати, с виспом пробовал, не так сильно и пугна уши отхиливается. Там немного... О! Ты кто? Дядя, не надо. Опа, смотри, это кто? Ах ты, смотри. О, чит. Небольшой. Подожди, я бегу. Ой, хорошо как. Можно вот это разбить, спасибо. И змейки. Змейки тоже мешаются, конечно, такие. Справедливости ради, надо сказать, пацаны молодцы в команде. Че там по догону? А, уже денежка есть у тебя на догончик, да? У меня есть, да. Как они там эту палку разбивают, я уже вторую поставлю сейчас. Мне кажется, уйти надо просто и все. Пойдем. Ты фуловый, я если что, восстановлюсь. Хорошо. Неплохо. Двойное сосание. Догончик левел 2 есть, да, у тебя? Да, будет. Надо на бой сгонять. Да, давай. У меня 4 левел. 4 левел. Ну, в принципе, катка интересная, динамичная. Интересная. Динамика имеется. Динамики звучат. Что, пищишь или просто играешь? Отстань от меня. Что он хочет от меня? Не люблю такие моменты палиться, что это я. Потому что начинается потом. Человек в игре начинает просить внимания. Там писать, описать, общаться. То есть я работаю именно на камеру, да, мы с тобой как бы контент делаем. И тут, получается, надо ему время уделять. То есть не всем, а ему. То есть немножко неправильно, я считаю. А так, конечно. Интересно, что люди такие находят все равно на фейках, да? Почти в каждой игре. Это мамкины хакеры, которые по IP вычисляют. Понимаю. Так, ну пойдем мы с тобой вот сюда прогуляемся. Пойдем на охоту. Ваншоты готовы. На охоту! Если что, просто декрепифай по догону, мне кажется, хватит там. Можно даже вот сюда в мид кто-то дефить будет. Омник, отличная цель. Ну, правда, у него юл есть, если успеет. Ну, ты хекс даешь. Меня захексит только, захексит. Да, хекс даешь и все. Хекс опять крипа. Ну, почти. Все, до свидания. Там ныруб. Отходи. Хорошо бьете. Он типа отвлекся. Какие есть. Кто еще следующий? У меня догон КД пока, ждем. У меня есть фингер. О, так можно... Не, ну не пуджа точно, конечно. Лучше не пуджа, а кого-то, кто помягче. Но мне кажется, вот здесь, если встать, на такой МХ можно юзнуть. В принципе, мы можем пуджа высосать. Но это будет очень долго. У него худы. У него 2000 хп. Но у меня все откатилось уже. Я вард поставлю. Пойдем, поставим. Пойдем, поставим. Ага, тут вон целое подглядывание. Категория. Подглядывание. Пойдем вот сюда. Сводная сестра застряла в стиралке, да? Вообще жесткие подглядывания получаются. Сейчас кто-то по-любому мид будет дефить. Мы его выцепим. Асу. Просто и все. Вот так сделаем. Ну там, вон. Пойдем шамана. Просто. Вот здесь вот так вот. Блин, как я этого Хускара хиляю, но слишком он. Но тут вот вкусный очень, рыбешный. Даю декрепифай. Куда ты его форсуешь, дядь? Он высосан. Высосан, типчик. Хорошо.
Можно еще Геннадий Валерьевич. Геннадий Валерьевич, закомбиненный. Не дремлет. Аркадий Зауми, вылетела вертушка. Чего? Осуждаю. Ну, было такое, было один раз. Как-то вылетело за тобой вертушка. Йоу, было. Че, еще вот пуджа можно там, давай, вот так вот. На. Сосание, сосание, потому что смотри, мы в два сосалки, в две сосалки. Ну ему вообще пофиг, как бы. Опа. Странно, в этот раз монодрейн не дамажит. Да. Ребят, ну в общем, вот такая первая катка у нас получилась. Антон, пойдем вторую сейчас сыграем. Как думаешь? Поехали. Давайте еще одну сыграем. Обязательно поставьте лайк за первую. Вроде получилась и неплохая игра. В принципе, позиция была какая-то, да. И в целом, некоторые фановые моменты были. Поэтому погнали на вторую катку. Ну что, ребята, некстовая катка поехала, и сейчас постараемся улучшить немного геймплей, немножко побольше иметь рофлов. Тут такая катка у нас прошлая получилась динамичная, и нам там нужно было именно собираться с командой, то есть работать прям по карте. И для того, чтобы добиться успеха, нам это и, в принципе, что и нужно было делать, добиться успеха, да, нам приходилось так вот играть. Ну а сейчас постараемся немножко такой вот совместный, да, именно... Парно контентный. Работать. Да, вот контентный парно. Геймплей. Контентный геймплей именно хочется. Просто не удалось немного тоже у Леона, да. По лайнингу нужно даггер сразу, чтобы у него был. И хотя бы там в догончик как-то выйти. Но смысл в том, что у нас тут не смысл именно догонов, да, катка. Катка не догонистая. Догонистая катка — это всегда Рики плюс БХ. Это стопроцентная рабочая стратегия. Вот то, что невидимо вышли, убили и зашли обратно. Но не суть, у нас здесь именно смысл — это suction, да, типа сосать. Suction. Сосать, сосать, здесь все. С двух сторон подсосали и гг. То есть, ну, сам рофельно-картофельный, так сказать, мотив. Ну и за вторую карточку, ребятки, обязательно лайк, подписка. Не забывайте поддерживать YouTube-канал, подписка, если нравится контент. Пишите свои комментарии по поводу каких, так сказать, ну, там, моментов, где-то может что-то подправить. Может быть, какой-то видосик у вас есть на уме. Но не забывайте, что на вкладочке видео в YouTube есть очень много контента. Просто вот зайдите и полистайте, посмотрите просто очень большое количество различных видео. Не забывайте про то, что вы можете написать, это уже может быть было. Я даже иногда на комментарии не отвечаю, то, что вижу, сделай это. Я уже думаю, блин, чувак, это было неделю назад, как ты это пропустил. Поэтому не забывайте, залетайте, чекайте. Ну и, в принципе, пожелаю всем приятного просмотра. Блин, там опять берут пуджа, да что ж такое-то? Посмотри. Главное, не руба не будет, я его забанил. Да. Но смотри, там 3 ваты получается. За хекс, хекс, декрипифай, бах-бах, все. Бах-бах, только пуч проблема, сейчас шестой слот что-то возьмет, скелетон, блин. А, ну, нормально, чё, как раз по тематике, Антон. Скелетон да-да. Хорошо, по тематике, высосали, убили, все. Просто высосим скелета. Осушим его всю плоть до костей. Я выпью их соки, да? Так вот, чё я хотел сказать, иногда так хочется вернуться в то время, когда... Тогда приходил, да, с компами, только, знаешь, это было так. Да. На самом деле, сейчас понимаешь, насколько это было вайбово, Рига. Это прям... Вот представь сейчас вот эту вот атмосферу. Чувак, мы тогда радовались, когда играли против ботов, когда против них у нас, против них получалось выиграть. Бот инсейн. Да. Я тебе варнулась. Да, я видел. Такой класс, честно. Вот я иногда думаю об этом и понимаю... Насколько мы уже стали взрослыми, да, но все как бы... Вот иногда вот позволяем себе немножко вспомнить и подумать о том, что было когда-то давно, да. Вот сидя вот в этой игре, вот где мы сейчас сидим, смотрим эти модельки, эти леса, да, эти... Ну, немножко что-то изменено, конечно, да, другие патчи были, но смысл один и тот же. Все те же, блин, модельки спустя 10, больше там, больше 10 лет. А больше ты что, там около 15 даже. Да, вот реально около 15, Антон, так если задуматься. Потому что я помню, это 13-14 лет, 15-14 лет мы тогда уже играли. То есть мне сейчас 28, и сам подумай, сколько это лет. 13-14 лет минимум, это минимум. Это сколько на памяти уже. Когда ты снова там приходил, когда первый раз запустили через интернет игру, и ты, кто-то из нас на лече, я помню, леча взял. Но интернет такой лагучий был, просто жесть. Невозможно было играть. Урокнешь, если что. Да. Пуджа немножко погоняю. Надеюсь, это не такой пуш будет, который суицидится по КД. Ну,
Так, ну у меня, как обычно, проблема с лосхитами. Не можешь ничего добить. Так. Уджа душу по чуть. Да, время было незабываемое. Рили. Мечтаю, конечно, вернуться обратно в то время, но это невозможно просто физически. Физически это невозможно. Да ладно, как я не попал? Ой, лох. Я так на чили сейчас рассчитывал, что он, блин... Вообще жесть. Конечно, с пуджами мне в этих катках не везет. Вообще жестко. Я вообще такой расслабился, думаю, ну сейчас будет Доталова пытаться пилить меня. Получилось, что нет. Можно подставиться под хук, конечно, но я его с прокаста сейчас не убиваю уже. Уже не убиваю. У меня что-то с пуджами в этих катках не везет. Прям. Чуваки на лоу хп остаются. Ура! Ай, жесть. Рехи, ЛФК рехи чисто. ЛФК рехи. Рудге. Рудже. Фиджеральд. Кто? Фиджеральд. Фиджеральд, это кто так? Какой-то там герцог древний, я не знаю. Барон Фиджеральд. Что за кринж? Чао. Чао. Пойдем, пуджа погоняем немножко. Оп, тычечка. Регенчику он идет брать. Регенчику он идет брать. Чувак, не пройдет эта вот фишечка твоя с регеном. Так хотел этот реген, что забыл про самообладание, самосохранение. У него инстинкт выключился просто. Вижу цель, не вижу преград. Узко. В прошлой катке у нас был пекарь. В этой катке кто будет? Этот кто? Кинолог. Кинолог. Он обозначил собаку, да, чисто? Какой? Как... блин, это как это называется, блин? Пол какой у собаки? Кто? Всё, кто понял. У собаки? Пол какой у собаки? Это лава. Понял, короче, да? Пол это лава. Асу. Пол это асу. Ну, пудж сейчас страдает. Все, этому пуджу меньше немного везет все-таки. Тот пудж был поопытней. Че там по фарму? По крайней мере, у тебя фида такого сейчас нету, да, там? Ну, в этот раз удерживаюсь, да. Чтобы вот с этой руки чешется побежать вперед под тавер, да? Да, знаешь, по мини-карте к правой кнопкой, когда нажимаешь, герой идет под колодец вражеский. Вот у меня так. Рудге пошел руну чесить. Охранять. Так, я хочу пуджа. Ты хочешь пуджа? Хочу пуджа. Всегда готов. Все, хватит. Асу. Спасибо. Да иди сюда, че ты боишься? Я тебя хочу высосать немножко. Сейчас на хайграунд сюда встанем, мне легче будет пососать тут. Только не суицид. Ой, хорошо. Пойдет. Вкусненький. Что там смеешься? Смешно тебе? Бросай булку. Падла. Бросай булку, я тебе сказал. Падла. Быстро сюда, паскуда, тварь. Блин, я не буду пушить, потом негде фармить будет. Я лучше пока золото сколько смогу вытяну отсюда. Пойдет. Самое обидное будет, это, конечно, фингер плюс догон в войда, и войд отражает. Но это контент, по сути. Ладно. Сути дела не меняет, это контент. Леорик леса, походу, гоняет, да? А, вот и Леорик, смотри, скелетный вышел. Леса. Ой,
Там пуч SS Sync. Ре. Дай маны немножко. Укай. Ух ты какой, ля. Не, ну пуч такой, у него характер есть немножко. Такой. Но у меня чуть-чуть получше у меня как бы тут немножко. Пойду под Т-шкой убью. Главное, газульку. Вторая передача в пол и поехала. Все, поехали. Укай. Умничка. Оп, денаем. Сейчас будет тун. Самое страшное в этих катках, когда тун. И все. Что там у нас? Сосание внизу. Ну-ка, подожди, 5 секунд. Я иду. Изи. Вкусненький. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ух ты! Давай ему чапалах, Антох. Я? Ну да. Ладно. Опа, и не умер. Стопишь? Он к тебе сам. Мы договорились, ну, в смысле, ты понял, да? Да, тебе на дагер, у меня-то фарм есть. Дагер фастовый, выйдешь, по кайфу будет. Мне бы кого-нибудь высосать. Я могу, в принципе, на базу пойти. Давай я тебе передам все. На базу схожу. Все, иди отсюда. А, так это я получается, сам себе сказал. Все, иди отсюда. Это знаешь, как телефон, по телефону кто-нибудь другому звонит, а потом говорит ему, все, мне некогда. Так ты же сам мне позвонил. Тебе когда звонит, ну я понял. Шутка хорошая, очень смешно. Опа, да что у вас там за пати? Гей-парти? Тебя так изи убили. Тебя так вообще изи там разобрали, не знаю, как будто тебя вообще не существовало. Мимо прошли просто. Просто мимо проходил. Ой, жесть. Как этот, вселенная? Universe, да, по-моему, или как? Universe, да, Universe. Чисто тебя не существовало в этой вселенной, так что. Чёрт. I am prepared, да? I am prepared. Так, ну, Тавр, скорее всего, погибнет сейчас. Опа, есть инвизик, я сейчас пуджа высосу. Или нет? Опа! Как вкусно! Да что ж там такое у вас? Я иду помогать. О, да. О, yeah. Я бегу. Я бегу, если что, в тебя в трубочку буду вставлять. Не надо, дядя. Не надо, дядя. I am prepared. Так, дагер есть. Войда бы. Можно, кстати, пойдем на топ. У тебя нет шестого, да? Я его уже всадил. Ага. Хорошо. Леорик на миду тогда. На мид ТП дашь? Ну или пешкой давай. Пешкой, пешкой. Пешкой пройдем. Все в лес пойдем. Зайдем. Высосим Леорика. Сами даст купил. Пойдем подкомбиним немножко. Кабинет подровняем, пацану. У меня манадрейн только первого. Ничего страшного. Этого хватит. 160 маны оставить. Уменьшить 160. У него просто медас и все, больше ничего нет. Я плюс палку сейчас поставлю, чуть палка пососет еще. Он тут фармит, мне экспу дали. Соси. Хорош. А, у него много. 300. Он потратил. Ладно, ладно. Ладно. Гений просто. О, жесть. Я, если честно, думал, он не ресница. Ну, соси, он ресница. Знаешь почему? Ой. Там я смотрел, там еще 300 маны было. Ну, я смотрю 300, у него бы хватило маны, если бы он не выбросил свой болт. Болт, знаю, пойдем вот этого высосим. Огонь на опережение. Я его пугаю, он прыгает прямо к тебе. Идеальный план. Ух ты какой! Обхожу купол как про, даю хук. Хук даю. Ты пуч? Антимаг? Мама, я пуч. Ты антимаг. Я антинай. Задинай. Пойдет.
Ну, кошмарим. Что там у тебя по мане, по хп? Ага, все ровно. Зачем она за мной бежит? Она тебя преследует, это токийский дрифт. Ты не шаришь. Так, Леорик, он сейчас на ближний кэмп пойдет, слышишь? А я иду, у меня во вдвойку монодрейны. Она тебя булит, слышишь? Она меня палит сразу. Ну иди, иди там, я готов сейчас. Да, балку иди, поставим. Стекло не попади. А что он там рубит? Соси его, соси! Души его, души, у него еще 200... Только не убивай, не убивай, не убивай! Да ладно, еще раз высыл. Я там посмотрел, там чуть-чуть недососано было. Я тебя подсейвлю немножко. Чуть-чуть. Оп! Ух ты, смотри какой! Там еще и Рутгер, слышишь? Оп, 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 оп. А, не, слушай, ну тут уже что-то их... Подожди. Подожди, подожди. Ну я тут... Почти. Я не успел, не успел, только там КДшка. Ну да, там КД. Ай, вообще, смотри, да? Слушай, ну они впятером нас тут приняли тупо. Ну ладно, хороший момент. Все равно пытались цепляться за жизнь. Хоть мы и скелетики. Путган ну, я... тоже отменял хук. Да, пуш старался там попасть. Но у Меду он в тупую хукал. Ну пойдет. Золотишко апнули чуть-чуть хотя бы? 2000 у тебя? Почти, почти, неплохо, да, неплохо. Давай я... А, ты все, ТП ушел, да? Окей. Там БХ, смотри, инвиз у него, прикинь, у БХ. Ух ты. Да? Прикинь, у БХ инвиз. Качал, что ли, в этот раз? Да. Я иду. Ча будет первая. Ча будет первая. Соси у него. Нечем. А я тогда пососу. Получилось. И сейчас пуште. Пуште забирает. Да, чисто. Погиблый панда. Как панда погибает? Я тебя могу захилить. Не уходи. Так, да. Плюс да, у тебя напил. Транквилла у тебя еще. Я зарегинюсь. Да, окей. В лесочек бы вардик поставить туда. И там дудосить бы. Сняли. Да. Я сейчас еще один поставлю. Летит. Дагерочек есть? Да. Отлично. Да, 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 да. На топе Войд. Войда вообще кошмарить можно по КД. Лёрик без реса. Это точно. Фингер есть? Почти. Окей. Тебе еще, кстати, левела зависимый ты немножко. Так, он дальше пойдет, да? Я его сейчас выстегну. Выстегнем его. У тебя даггер есть? Все, есть. Сой, развернулся. А, нет. Погнали. Сосем. Бедолага. Он, ну, типа, кому тут, кому надо стан давать? Типа, мне, наверное, чтобы я не дамажил, да? Конечно, конечно. Лучше мне. Вот монстр у него резвы на КД, поэтому надо сбить, чтобы я ману не снял. Да. Получается, ракушка. Могу прыгнуть? Да, у меня сейчас, подожди, секундочку. Прыгай. Поехала. Ух ты, там тебя душат. Ну, я помогу тут? Сейчас будет хекс. Я тебя помазал немножко. Хорош. Там еще кто-то. Рутгер. Лайф. That's life. Ладно, отхожу. Нефиг тут делать. Пойдет. По красоте дело. Вот, сейчас уже чувствуется, что... Не убей меня. Я помогу. Не убей меня, Атавр. Чисто такой работает. Я к нему обратился. Пойдем все-таки на ту часть карты, Антон. Не убей, не укради, да? Не убей. Не скушай. Фингер есть, если что? Есть. Хорошо. Можно влез. О, там Войд прыгнул. Шойд, но он не пробивает. Не удалось. Я иду на топ. Если что, у меня сейчас уже этот будет, агоним. У меня ТП, мадам. Если что. ТП? У меня есть, да. Нам варды есть у нас вот сюда? Да, есть, конечно. Дойти ну, надо. Ну и все, кайфуем тогда. Я попробую выстегнуть сейчас БХ. Да фингер не трать, вместе пойдем. Ну ладно, а то я уже так хотел. Короче, я ТП даю, не хочу да, делать. Нормально. У меня уже агоним тут не за горами. В принципе. Ну подождем, пусть вся вселенная подождет. Пуч паузу поставил, ну пусть все подождут. И пусть весь мир подождет. Да. Это на агоним. Это на Новый год. Все, есть. Пойдем. Подвардим.
Все, есть все кнопки. Если что, просто сосайте. А, у тебя фул, да, тройка? Отлично. Сейчас для Орика, если видим, сразу джик-джик и все, ему ГГ. Отлично. Наверху. Да. Ну, можно тут почилить, подождать, и, в принципе, будет успешно. Вот здесь еще, если подвардимся, да, будет хорошо. Видеть такие подходы. Они внизу вот что-то там стоят все. ТП нет. ТП нет. Это плохо. А вот он, Леорик, возвращается. Пойдем. Пофиг на команду. Мы контент пишем, не играем. Нам главное превыше всего контента. Ребята там сами справляются, так что огонь все. Просто высосим, мне кажется, за кнопки его. Да-да, я бегу, немного отстаю. Нормально, не торопись. Он сейчас пойдет по-любому в лес, главное тут на крипах не спалиться. В лес пойдет по-любому. Влево. Влево, да, я видел. Прыгаешь, хек, сдаешь. И пошло. Бедолага, да? Чем? А какое ТП, чувак? Серьезно? На всякий случай. Я никогда думал, ты успеешь или нет. Ну, вообще, я успевал. Так, то есть, по большому счету. Ну, не большому, суть. Да? Не суть. Пойдет, нормально. Там еще в лесу видел кто-то появился? Воет. Пингер есть? Есть. Хорошо, сейчас пойдем наказывать. Я толкну, беспалевно выйду и все. Отлично. Я его сам могу убить, если он не отразит. Не-не-не-не, жди, не надо. Вместе. БХ сейчас может поднимется. БХ, давай БХ, просто декрепифай и давай. Ульт. Я прыгаю, даю, и ты даешь. Оп, оп. Нифига у нас тут шот дота происходит. Какие мы крутые. Нормально. Нормально комбини. Пусть пацаны ломают, я тут постою. На топе никого нету. Такие зажатые, кстати, они опять. Опа. Да, такие. Такие зажатые. Ну, ребята у нас в команде, кстати, сами разбирают еще тоже. Ну, такое. Надо было покикать их. Покикать. Если им, у нас Тима пару раз фидит, они нормально выравниваются с оппонентом. А мы еще просто гнобим вдвоем ходим. И того же Леорика, бедолагу. И без нас справляются пацаны. Можно, в принципе, пофармить. По догону. Можно. Чуть-чуть. Так, догончик есть. Че там огр без маны стоишь, бедолага. Ну давай, поправим ситуацию. На миду кто-то, да? Леорик, Пуч. Жуманакс, что ли? 5 секунд до фингера. БХ, высосим. Оп. Это выглядит смешно, реально. Бедный. Просто идет, его высасывает. Прикинь, все кончается. Мана, хп, что делать? Клавиатуру просто об окно, об этот, об дверь, об шкаф и кнопки все. По этой, по комнате. Помнишь, кто так сделал? Я помню. Помню, как с ноги еще по монитору кто-то было. Ай, боже. Это жестко. Ох, что-то Лукич. Здесь завардим? Есть чем? Да, пойдем. Пока ФФ не написали. А то они там опять сдаются. Я вот так наверочку сделаю. Шо? Не надо! Ой-ой-ой! Подкопаешь? И копейфай кому-нибудь. На-на-на. Дал хексу. Чёрт. Я тебе астрал дал. Мне это фаербластом залетело. Но кто-то должен был здесь умереть. Ну и ты туда же. Нормально. Надо было сразу там точку занимать. Но они сейчас камбэкнут. В любом случае. Сейчас стрики позабирают, всех убили. И под треками еще забрали все. Так что нормально. 1600 СТ очень слабенький, но пойдет. Кто-то должен был здесь нафидить. Они зажались тоже. То, что мы можем смотреть, как сколько заработал БХ, это что-то нечестное.
Ну... Его должна быть как бы функция. Ну, его, наверное. Но видишь, оно как в доте прописано, что все. Но единственное, да, СТ-шку показывает. А вот, допустим, СТ-шку по хукам Пуджа не показывает. Вот это уже как бы... Как-то так вот, да? Пудж, по идее, вот сюда куда-то сейчас пойдет. Он там все завардил. Высосим на миду. Фингер есть? Пойдем. Есть фингер. По догону, гоу. Фингер, декрипифай. Прыгай. Чисто парень, шокирован. Что самое кайфовое, это пудж, резистер. Но пудж прошелся вот тут и вот тут поставился. Так что везде варды там есть. Можно пройти сюда. Да я бы хотел, но, блин, опасно. Пойдем. Пуджа нету, что бояться. Мы так-то побьем их, если что. Вот и все. Пуджа нету, что бояться. Не выхукает никто. Что за имбовард? Не хочу ставить прям на ХК, потому что задевардит. А мне кажется, все равно достанет, не? Ну ладно, пойдет. Сейчас проверим. Можно высосать, вон, смотри. Лерика. Нормально мы тут сосаем. Ух, как хорошо. Нету маны. Да камон. Ну, я... Вот так сделаю. Блин, у кого соснуть? А, нет, вот здесь, БХ. Я... Не, мне опасно, я же умру с одной кнопки. Хорош. Хороший купол там, парень. Заценил, кстати. Мне тоже понравился. Пойдет, я фуловый. Хорошо. Пойдет, мне тут понравился. У меня пудж еле-еле, но... Почти. Блин, это круто все равно. Видишь, как скелет страдает тоже. Мы, считай, за две кнопки убиваем скелета, так, по большому счету. За три. Хекс плюс... Манадрейн и лайфбрики. Лайфдрейны, вернее. Лайфбрик? Лайфбрик это уфуск. Лайфбрик это кирпич жизни. Ну, быстренько мы его. Я даже догон не юзаю, потому что хочется именно сосанью делать. Догон даже не юзаю. У тебя догон имеется? Да, но надо прилетел, чтобы. Кого высосим? Нифига там вот доту показывает ксин. Смотри, как могу такой, знаешь, типа. Некр стоит, ломает. Фингер есть. Давай вот так сделаем. Тут дай ему, подожди. Сосанье. Ох, высосал. Так, кому там фингер? Подожди, не могу направить. Пудж! Ой-ой-ой. Ой, хорош. Ай, пуджу. Бедолага. Леорик лопнул и лопнул с ресом. Понял? Замедлило всех. Я вот думаю, почему он не выходит. А он умер и почему-то рес дропнулся. Иногда такое бывает, не знаю, с чем связано. Первая дота. Первая дота. Тут просто no comment. Первая дота и все. Первая дота. Я пойду на базу схожу. У меня есть догон. Сейчас завардимся, пойдем покомбиним. Пойдем, пройдемся. Вот себе сэндж купил, чтобы не переживать про кас. Не хватит. Не хватит, чувак, поверь. Это самое глубочайшее заблуждение, что сэнджи хватит, чтобы пережить пингер и догон. Это прям, ну... Парень вообще, конечно, газанул немножко. Слушай, у меня к тебе предложение. Так как ребята, в принципе, в комментариях просили догоны. В целом, отписать некстовым видосом Рикимару плюс Рики, это просто классику эту. Давай, я не против. Отлично. Ну и тогда, ребятки, следующим видосом мы отпишем Рики плюс БХ. И это будет весело. Вот там реально очень интересно. Смотри, пушит. Идет варди. Он вардит идет, да. Но я иду, я далеко. Они там все, они все. Не надо, уходи. Там крысят. Ля криса. Да, я вот здесь поставлю имбовар. У меня все готово. Да, я, в принципе, тоже готов. Можно войда попробовать, конечно. Очень много таргета, они все вместе стоят, тяжело направить будет. Я подкопаю, если их, может, несколько. Хаванвит сейчас вот так сделаем. Ты.
Давай БХ, БХ. Блин, как мы красиво это делаем, не знаю, я всегда так кайфую с этого, если честно. Просто очень красиво делаем. Прям реально мне очень нравится. И они испугались, просто убежали. Вон там кто-то еще остался, правда. Если это какой-нибудь Леорик, то почему бы и нет? Войд? Даггера нет. Сосу. Даггера нет, очень плохо, конечно. Так, ну, пока у меня КД. Ух ты, нифига себе, что там, догона хочешь, блядь? Подожди. Ну ладно, нет. Так руки чешутся. Прыгнуть и добить его, но я чувствую, что я могу не уйти оттуда. Чувствую, что могу не уйти. Он ли догон гауминг? Он ли догон гауминг? Что там у тебя есть? Догон КД, да? КД. Хорошо. Догон КД. Пойдем сюда, сместимся. Что тут у нас стоит? Проверочка. О, да тут все стоит. Хорошо. Догонович имеем. В чем кайф, знаешь, Рики и БХ, догоны? За счет треков очень быстро апаешься. Да, кстати. Там за счет треков. А тут просто видишь, как тут комбиним мы чисто по рофлу. Опа. Догон есть. Давай пуджу. Бедный просто. Какой же он бедный. Пойдем Леорика найдем, высосим его. Именно Леорика надо, то есть других героев мы не знаем. Других героев не существует. А, он вообще внизу. У меня ТПшки нет. Там драка идет. Хочу вот этого пососать немножко. Просто высосал его. Большая пачка у него. Да пофиг на эту пачку. Догон и сила. Леорика очень хочется, конечно, высосать. По-моему, это крайний ФФ был, не? Еще один ФФ и ГГ. Вон Леорик стоит с армалетом. 400 маны. Да, жестко. Но это прикольно. Не знаю. Найс, скрипа зажал. Знаем мы, куда нажимать, да? Да, еще раз. Хекс дай ему. И сосание поехало. Опа. Вкусненько. Тебе вкусно было? Оу, oh, yeah. Оу, oh, yeah. Бэк-канале, честно. Реально три говна. Тин... Просто. Ну, это... Куда он пропал, что ли, на секунду, или мне показалось? Не знаю, он просто исчез, когда мы нажали все кнопки. Да дай мне маны хп. Все, пойдет. Так, но мне нужно соснуть у кого-нибудь. Три говна. Ра-ра-ра-ра-ра. Огр обозлился на жизнь. Так мне нравятся эти разборки пожизненные. Кто там чья подружка? Да. Кто там кому фидил в меду? Кто кого убивал? Кто кому фидил? Кто там? Пудги! Прыгаем! Вау! Вот это было синхронно. Да, красота. Красота просто. И ГГ. Слушай, ну в принципе контента дали немножко по красоте, но следующие видосы по-любому будут прям очень яркие с догоном. Эта каточка у нас в принципе и прошлая. Леон плюс Пугна, это такой рофельно-картофельный контент, который просто показывает, что, ну, сосируем, просто сосируем. Ну и в принципе, я думаю, на этом мы закончим это видео, ребятки. Обязательно поставьте лайк, если вам понравился данный видос. Даже если не понравился, то обязательно поставьте, потому что, ну, мы старались, по крайней мере. Ну и следующий видос будет очень-очень яркий, но это уже чуть-чуть позже. Антон, тебе спасибо за то, что помог немножко пофаниться, сделали вот такой красивый контент. Да, пожалуйста. Вот, так что, ребятки, ждите нас в новых видосах, которые будут уже совсем скоро. На этом все, друзья. С вами был я, Ксеназос, и до скорого. Пойдет. Порофли немножко. Но next по-любому догоны. Догоны next. Ты согласен? Догоны сила. Догоны сила, все остальное могила. Кто-то там могила.
Ха-ха.